О, какое грозное лицо у тебя. А ты хочешь попробовать суп из крокодила? Вот, смотри, полоса препятствия, еще одна. Так, так, давай, по змейке. Она да. Что она? Шипит. Что она шипит? Кто шипит? Змейка? А, ты в этом плане шипит. Давай, давай, побежали, смотри, сейчас мальчик приведет нас. Давай, давай, залазь. Держись и давай, шагай. Что тебе мотает так, как сосиску? Ну, держись двумя руками и наступай. Вот, перехватывайся. Давай, давай, быстро, работаем. Быстро, топ, топ. Полосу препятствия. Давай, побежали. Давай, давай, вверх залазь. Залазить сможешь? Давай, надо здесь залазить. Ого! Ничего себе! Не думал, что ты заберешься. Тебе надо вот так слезать. Ну давай. Это слезать, это не горько. Да, держись за каждую. Вот так, вот так. Ну, колени, колени. Аккуратно. Пройти по бревну. Луна, его раскачай, раскачай. Раскачай. Задание большое. Да? Раскачай. Задание большое. Все, хватит. Ну, проходи, проходи. Не уколоться. А, прыгай. Ура! Все, прошла. Какой силач Вероника, ничего себе. О, какое грозное лицо у тебя. Давай, вылазь. О, ну руки все, сразу же видно, что это не ты. Везде рукомойники с мылом, удобно для детей, для взрослых. Вот, смотри, инкубатор. А, это не крокодильчики, смотри, это какие-то птенцы. Здесь уже побольше, да? Крокодильчики. Маленькие. Вот посмотри, они какие маленькие, а вырастают, какие здоровые, да? Здоровые. Вон один здоровый. Он раскрыл пасть. Вон огромный какой. Вон сколько крокодильчиков. Это много крокодильчиков? Ну да, каждое яйцо по крокодильчику. Инкубатор. Вот здесь определенная температура. Вот смотри, даже показано, да? Здесь определенная температура должна быть в этой комнате. Слышь, Никусь? О, страус, смотри. Страус? Яйцо страуса. Это тоже страус. Тоже страус? Угу. Вон дальше черный лебедь, вон большое яйцо. Это я не знаю кто. Это фламинго, наверное, розовый. О, крокодильчики. Сарка. Так. А пойдем посмотрим, там смотри, по крокодильчиков показывают, только что родившийся. Смотри, какой крокодильчик. Не дай, не дай. Да, пойдем еще поближе. Yes.
Смотри, какая у них лопата. Лопата. Клюв лопата. Да как здесь здорово. Здесь специальная такая комната, удобные стулья, удобные столики, сидишь и вокруг птички поют. Как будто бы в джунглях находишься, да? Бесплатно давали бы кушать. Что за халява? Съел. Пошли. Почему ты взяла, что он не настоящий? Он настоящий. Шевелится. Вон там один плавает. Не посмотри, да. А ты хочешь попробовать суп из крокодила? А? Суп из крокодила хочешь попробовать? Нет. Что? А когда мы глотнем, его он у нас. Здесь лучше туда не падать. Туда, если упадешь, все, для них будет развлечение. Вот смотри, здесь покупаешь удочку вот такую вот. На нее кусочек курицы насаживаешь на веревочку обязательно. И играешь с крокодилами. Подаешь, они раз, хватит, веревочка чик, обрывается и все. Пузо наел, но... Смотри, какие красивые, да?
черепашкам. Ниндзя? Нет. Вот, смотри, черепашка. Здесь старая черепаха, она вон он там внутри, ей 108 лет, представляешь? Вот она, смотри, какая большая. Эти вообще по сравнению с ней маленькие. Черепахи бывают вообще маленькие, самые маленькие. Да, и вот такие бывают, смотри, какие большие. Но они не в парке бывают, маленькие, точно на полу ползают. Здесь магазинчик. Можно купить продукцию из крокодила. Вот сумочка из крокодила стоит 8900, почти 9000 юаней. Туфли из крокодила 8000 юаней. Ну вот, мужская сумка 16000 юаней. Но наши деньги 160 тысяч примерно. Подешевле продукция есть. Кошелечки. Вот 1800 ремень. Не вижу ремень. Это 1800 кошелек. Это уже сделано. И немного о ценах в парках. Вот магазин игрушек. Что? А? По нее, я понял. Ага. Да. И нас немного отвлекли. Вот, допустим, вот этот пеликан, или кто он, я не знаю, здоровый, большой, красивый, вот такой вот большой, глазастый такой. Так, смотрим, сколько он стоит. $1500, 15 тысяч рублей стоит, вот такой вот здоровяк. Ника, вот этот сколько стоит? Не знаешь? А ты на цену не смотришь? 138 юаней, 1380. Вот как так. Тут немного все дороговато, я бы сказал бы. Бейсболочка, смотрим. Бейсболочка, 120 юаней. Нормально. Сколько стоит? $50. 500 рублей, ну да, нормально. Да. А у тебя есть столько? Нету столько, мы ее. Не надо лицо натирать. Миленький. $128, офигеть. Тебе понравилась граничка? Мы здесь уже не первый раз, но все равно нам нравится, да, здесь? Вот, на этом мы, наверное, закончим. Может быть, даже еще будет у нас выпуски про Крокопарк, потому что он очень интересный. Там также иногда есть всякие различные шоу. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока-пока! Пока-пока! Домой. Автобус вот здесь вот ходит. Смотри, Вероник. Тут на камере он маленький. Ты прямо снимай. Вот, смотри, автобус снимай. Большой. Вот автобус идет до Крокопарка. Мы даже не знаем, где он останавливается. Говори в камеру. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх и пишите комментарии. Пока-пока! Скажи папа пока. Пока, всем пока.